Эту карту подписчики строили более 50 реальных дней. Это очень много. Ну тут, конечно, не считаются огромные выходные, пару недель. Агуша, подойди ко мне. Че? Сейчас все будет. Что? Подарок возьми. Так, ладно, давайте начнем наш этот проект. Так, я поставлю этот великий деревянный блок, который будет здесь стоять. Сегодня мы посмотрим эту карту, а также попробуем поиграть в радужных друзей, не в радужных друзьях. Зачем я сюда полез? Пойдем вот сюда. Это начало. Вот тут мы так спавнимся, такие, заходим в забивную дверь. А, это как в радужных друзьях. Ну хотя это и есть карта радужных друзей. Да. Опа. Потом тут какой-то склад, тут зеркало. О, смотри, прикольно. Ты зачем ему фейерверк сломал? Очень вкусные грибочки я попробовал. О, сухое... стоп. В этом грибочке 78 блоков. Кто-то их всех ставил уже. А потом смотри, тут крутое квадратное дерево. Не, ну реально, ну крутое. И где? Такой подъемчик, и тут можно посидеть сверху. Где? Стоп, что? А это в игре есть? Да. Я даже не знал, что в игре можно так подняться, залезть сюда и попасть наверх. Вообще в игре сюда нельзя попасть? Ну ладно. Ну у нас можно. Пойдем. Бластеры вот эти. Тут еще одни бластеры висят. Это в принципе не важно. Ну да, это в принципе не важно. Пойдем туда. И мы попадаем на карту радужных друзей. Тут у нас есть самая беседка. Шкафчик. Прячься в нем. Прячься. Предупреждаю тебя последний раз, прячься там. Потому что пушистик из реальной жизни атакует. О, тут еще есть аптека. И просто огромнейшая Антарктида с крутой канализацией. Спускайся давай. Куда мы попали? Неужели это мир Майнкрафта? И быш. Канализация, конечно же, есть канализационная вода, канализационная лужа и река, из которой... из канализации вода поднимается наверх и выливается в реку. Что? Я хочу знать, кто построил эту речку. Она выглядит очень реалистично и похожа на настоящую воду. Построил Оранж. Ладно, за это я прямо сейчас ему дам роль друг канала. Вау, это камни, а по ним льется вода. А еще тут можно от монстра спрятаться, стрелы так вот. Ага, я тоже так в игре прятался, когда тебя хотели съесть. Стрелка показывает, что надо идти туда, поэтому мы пойдем туда. А где пол карты? Смотри, ух, видишь вот эту речку? Да. В этой речке поселились бобры, и пока мы строили ту часть карты, эту часть карты съели бобры. Они ее всю съели. Вот это здесь обрыв, конечно. Вы не сделали вагонетки, вы не сделали комнату Виолетта. Хотя, стоп, он, кажется, закрылся сам. Он закрылся, он забаррикадировался. Ты что? Мы сделали специальный крутой аттракцион. Ага, он работает? Правда, он технически не работает. Чё? И потом самое... То, что вы строили 100 миллионов квадриллионов лет, хотя я даже об этом не знал, это... лютой карте. Я вообще здесь ни разу не был в игре, но сейчас я туда зайду. Ду-дум! Это картинг. Здравствуйте. Чё? Что вы хотели? Я хотел угнать у вас машину, но ее уже, кажется, угнали. Да ее бобры съели! Бобры все тупые съели. Это все, что от нее осталось. Да. Секретный проход, который ведет нас в... Да опять фиолетовый забаррикадировался! Фиолетовый, открывай! А что если я открою? Что-то, мне кажется, меня хотят обмануть. Кстати, где эти бобры живут? Надо будет их найти потом. Здесь много шкафчиков, много ёлок. То, что Антарктида есть. А, мы там не были. Мостик. Очень жесткий мост, который развалился. Тоже бобры съели, да? Да, прикусали. Подожди, я не могу вылезти из этой шахты. Все, я запрыгнул. Тут... канатка есть, но она не работает. А почему? Бобры перекусили все. Да, серьезно. Чего все время бобры? Ладно, давай я туда залезу. Здесь логово этого желтого, которого, кажется, бобры съели. Ну, здесь еще мостики. И... Это норка бобров. Где бобры? Бежали. Ладно, пойдем. И здесь крутой костер, под которым можно посидеть и снимать крутой таймлапс. Вот, смотрите, это пчелка, что ли? Эй, ты что так далеко? Прилетай сюда, быстрей! Морковку по 30! Ладно, пойдем. Опа-на, дырка. Тоже бобры перекусили? Смотри, ух, тут должно было быть колесо, бюджет не выделили, и его не купили. А куда ведет эта красивая речка?
Она ведет воду прямо сюда. Что-то странное здесь на краю карты происходит. Ну ладно, это в принципе не важно. А теперь давай ты запустишь всю эту карту, и я попытаюсь пройти радужных друзей не в радужных друзьях. Здесь есть старый мудрый дед, который очень мудрый. И еще здесь есть пакет с мукой, а не с сахаром. Также здесь есть вот такой красный доктор. И вот такая голубая, очень страшная. Очень милый синий монстрик, вот такой пухляш. И странная зеленая чупакабра, которая стала страшной. А еще лифт для пингвинов. Вот. Но все это ничто по сравнению с тем, что здесь можно превратиться в настоящую коробку, как в радужных друзьях. Для этого здесь есть вот такой сложный механизм. Если я нажму на эту кнопку, то я превращусь в коробочку. Если я нажму на другую кнопку, то я стану человеком снова. Это очень круто. То есть, при помощи одного нажатия кнопки задействуется механизм, который поднимает коробку с надписью «Ухо». Поэтому надо подписаться. Тут был котел, в котором вы меня варили, я помню. И это Йенкинс тебя варил. Я не варил тебя. Это все Йенкинс, это не я. Ну теперь точно погнали. Я пришел сюда, чтобы что-то сделать. И вот я в парке от World. Что же мне делать? О. Помоги мне. Найди мне лампочки, и тогда мы вызовем сигнал. Какой сигнал? СОС. А, ладно, я пошел искать. Тут, думаю, главное не встретить здесь опасных монстров, которые захотят меня съесть. Опа, вот и первая лампочка. И я вижу еще две рядышком. Раз, два, три. И в воде тоже оказалась одна лампочка. Еще одна в канализации. И я почти все собрал вроде. О, здесь еще одна лампочка, только она очень высоко, значит, надо запрыгнуть. И нажать. Дыш. Осталась только одна лампочка, где же она может быть? Синий монстр, подожди, подожди, как это? Все, я коробочку. Ты не должен меня, по идее, есть. Очень страшный звук. Здесь последняя лампочка. И готово, задание выполнено. Бах, свет отремонтирован, и мы посылаем сигнал в СОС. Что же мне теперь делать, мудрый дед, говори. Найди 5 динамитов. Ладно. Так, отправляюсь на поиски динамита. Вот и первый динамит спрятался в цветочках. Второй динамит спрятался на домике. Третий динамит спрятался на аттракционе. Видимо, он хочет покататься, но ладно. Где еще? Где динамиты? Четвертый, о, он на мостике разрушен. И пятый в Антарктиде. Я каким-то образом нашел шестой. И тут синий монстр. Очень злой. Я останавливаю время. Все, ты не можешь двигаться. В общем, я принес динамит. Раз, два, три, четыре, пять. А, что ты дед, сделал? Ты жив? Дед, ты жив? Да. Вроде ничего не повредил. Она сама взорвалась. И теперь нам надо найти здесь пушистиков. Много. Все, я пошел его искать. По елкам. Пушистик, наконец-то я тебя нашел. Но не тут-то было. Это мой пушистик. Нет, мой. Ну все, я ухожу, убегаю в канализацию. Да уж, прям экшен. Экшен. Синий, хотя бы побежал за мной, что ли? Я бегу за тобой. О нет, я застрял где-то здесь в канаве. Ну, в общем, как-то так. Все, я принес пушистика. Ты можешь сидеть теперь здесь, и тебе никто не угрожает. О, что тебе надо, дед, теперь? Да я не знаю. Пришел просто сюда. Что делать, дед? Как отсюда сбежать? О, дж, вам не сбежать отсюда, потому что я вас всех съем. Я позвал своих друзей. А еще что? Где мои друзья? Друзья, выходите. О, нет. Почему мы, мирные люди, всегда это... Ну, короче, нас все время хотят съесть, мы все время убегаем, когда у нас есть красная кнопка и очень много динамита. Мы поменяем ход истории. Нет! Клик. Ты докликался, походу. Клик. Что происходит? Почему мир завис? Кажись, я сделал пространственный парадокс. Ой, все. А, 0 FPS. Все зависло. Я попал в кусты. Что здесь произошло? Неужели мы всех победили? Собак, где же пушистик? Где красный пушистик? Он пропал. Теперь его придется искать в другом измерении. Все, здесь больше не осталось ни одного монстра. И теперь этот парк принадлежит нам. И мы здесь будем, гулять, играть. Собак, где здесь эти бобры, которые полкарты съели? Бобры? Где бобры? Ты же мне обещал их показать. Я слышал, что отпустил. Ладно. Такую карту построили за целых 50 дней. Агуша, Йенкинс, Оранж, ФД
Еди, Кью и Оранж. Что, скажи спасибо огромное Агуше, Оранжу и Йенкинсу. Ты уже сам все сказал. Короче, вот крутой ролик. Вот, короче, кнопка подписаться. Это все надо взорвать. Конец. Эта карта реально падает на землю. А, ну все. Я улетел. Ну вот, прощай.